Вот он агрегат, он сейчас стоит только на горячую воду. Так, преимущество его то, что я могу в межотопительный сезон в любой момент его включить. Ну и, соответственно, экономия идет. Сергей Нагорняк с гунером показывает своего помощника. С выгляду маленькая шафа. На справе котел индивидуального газового обогрева. До его у доме было централизованное отопление. Тому в межсезоне користались электронагравальниками, а у вынику оплачивали великие суммы за электричность. Причем, когда отопление все ж таки было, то горячая водозабеспечение отсутничало. За 9 годов, кажуть, пристосовались, купили бойлер. Правда, часом, как принять душ, чекали полторы годины, покуль прибор нагреет воду. На сегодня свои полномочия он передал газовому котлу, який не только наполняет дом теплом, але и заховывая семейный бюджет. Если взять вот, по жировкам сравнить, я где-то на 5 рублей в месяц экономлю только на отоплении. Мало того, на электроэнергии экономлю. Если раньше у меня был электрический бойлер, то сейчас я его отключил, и котел где-то порядка 70 киловатт тоже в месяц я экономлю. Проектанты пропоновали свою планировку газовой системы. Правда, для этого пришлось обменять кухню. На это господары пойти не могли. Проектировщики уличили это ожидание. Причем, зарабили все за 2 дни. До речи, за таким особным прикладом стоит больше масштабная история. Котельня, якая колисти забеспечивала теплом. Это иншие дамы у поселку Уваровича состарела. Как подолжить ее житью и не покинуть людей без тепла, пришлось обошукать немалую сумму. Тому вырешить проблему отважились иншим способом. Перевели людей на индивидуальное теплозабеспечение. У вынику необходимость у котельни просто отпала. Здесь у нас стояла котельная 70-х годов постройки. Мы ее убрали. Почему убрали? Убрали, потому что котельная уже была старые котлы. Она была издошна, ее ремонт и на сечи нужно было потратить 13 миллиардов рублей на старые деньги. Мы этот вопрос решили за 5. И пришли сегодня к тому, вот, что сегодня есть, и благо людям. До речи, те, кому усталевали котлы индивидуальных отопления, ни за технику, ни за ее установку не платили. Усе выдатки взяло на себе коммунальное предприемство. По таким же принципе техничное обновление иди и у инших районах в области. По Урицкому это да, вот такой вот довольно крупный объект. Уже разработано технико-экономическое обоснование по децентрализации 50 жилых домов в населенном пункте Урицкая. Работы будут там проводиться, и мы планируем в этом году эти дома перевести. На замену сношенным котельням и тепловым сеткам индивидуальные котлы так само приходят у домы Хуйницкого, Речицкого, Жлобинского и інших районов. У европейских краинах такая практика існує давно, и она себе уже оправдала. Мы же на этот шлях устали каля 7 годов назад, але эффект бачны уже сегодня. Это позволяет экономить не только бюджетные сродки, але и сродки самих громадян. Причем робить это с уликом усіх потребований у безпеки. Ганна Ковалева, Валерий Гапанько, телерадо компания «Гомель», Будокошалевский район.